spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Российский бренд Химера расширил серию воблеров «Карась», дополнив ее еще двумя моделями, в том числе и самой крупной на данный момент. Основное предназначение – ловля хищника на средних и больших глубинах. Эти приманки имеют характерные для всей линейки внешние черты, но различаются размером, весом и заглублением. Давайте поближе их рассмотрим. Всю серию «Карась FL» можно отнести к классу «Шед», и действительно, своей геометрией воблеры достаточно правдоподобно имитируют эту высокотелую рыбешку. Корпус с большими, слегка круглыми боками. Максимальный объем наблюдается в передней части, а в сторону хвоста идет постепенное и плавное сужение. Спереди мы видим крепежную петлю без заводного кольца. Кстати, при охоте за щукой рекомендуем использовать надежный поводок. Ниже находится соразмерная, округлая на конце лопасть из прозрачного пластика. Еще одной схожей характеристикой является положительная степень плавучести. Это свойство можно использовать при обхождении подводных препятствий. Просто остановите проводку и дайте приманке немного всплыть. Теперь о характеристиках чуть поподробнее. Длина первой версии 70 мм, весит 11 граммов. Для ловли на такой шед можно использовать спиннинг класса Light, но лучше Medium Light. Рабочий горизонт заявлен в пределах от метра до полутора. Вторая модификация самая габаритная. Ее размер составляет 110 мм, а масса ровно 39 граммов. Тут уже можно использовать даже кастинговый комплект или применять при троллинге. Этот воблер способен занырнуть от 3,5 до 5 метров. Производитель предлагает множество цветов, в которые раскрашивается эта линейка, более десятка вариантов. В палитре присутствуют как спокойные тона, так и яркие, кислотные, агрессивные. Есть модели, сделанные под настоящих рыбок и с эффектом максимального отражения света, что актуально при ловле в мутной воде или на глубинах. Для оснащения этих воблеров применяется пара тройников от известной французской компании VMC. Они достаточно острые, чтобы обеспечить результативную подсечку, а мощности хватит для удержания рыбы во время вываживания. Система дальнего заброса не предусмотрена, но в пластиковом корпусе есть подвижные металлические шарики. Во-первых, они осуществляют огрузку и балансировку воблера, а во-вторых, создают хорошо слышимый шумовой эффект при проводке. Наиболее результативной анимацией для Карась FL станет обыкновенная равномерка или стоп-н-го. На них воблер будет сверкать плоскими боками. Игра активная и стабильная. Но можно вносить разнообразие, добавляя рывочки разной силы. Но ловить ими можно крупного окуня, щуку или судака. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.